форме. Я пробежал первый марафон, так, то есть, да, достаточно легко я его пробежал. Ну и вот так зима прошла, то есть, незаметно, хорошо. Сейчас-то с лыжами-то все хорошо, то есть мне вот эта история там бегать с палками в горы не нравится, ну то есть готовиться к лыжам, а со снегом вот какая-то хрень у нас творится. Ну и вот так вот, то есть я пробежал первый марафон, потом подумал, надо пробежать второй и закончить на этом. Ну второй это, то есть наметил себе в тот год, ну, осенью Мюнхен. Ну, добежал до 30-го километра, заболела ножка. Пошел, ну, зачем я, то есть, это самое. Взрослый, богатый человек, что я себя буду мучить? Пошел в гостиницу. Ну, и все, решил больше, то есть, не бегать, марафоны, ну, какая-то, то есть. А потом, то есть, вот наш общий друг Дима Орлов мне звонит, говорит, у меня, говорит, день рождения как раз в Нью-Йоркский марафон. Я тебя приглашаю. Ну, я как дал слабину, говорю, ну, я побежим. Ну, по-моему, уже через 5 минут я подумал, господи. То есть я вроде взрослый, ну пообещал, то есть дал слово, уже как-то было неудобно. Так вот я оказался на Нью-Йоркском марафоне как-то, то есть вот уже когда это там втянулся, пробежал, в общем, для себя легко. То есть, ну чуть-чуть из 4 часов выбежал, то есть, ну и пробежал. Самое главное, то есть я пробежал легко, не чувствовал, что мне хочется там спать, тошнит. То есть потом пошли на день рождения, и там даже, в общем, как-то, то есть нормально. Ну, у меня, то есть, цель, я все-таки, то есть, ну, и там перед марафоном, там русские марафонцы сидят, я перед марафоном пью пиво. Они говорят, да ты чего, алкоголь нельзя, это вообще ухудшает результат. Я говорю, слушайте, у нас, ребята, разные концепции. Я бегаю для того, чтобы жить, а вы, видимо, живете для того, чтобы бегать. Ну, это тоже нормально. Ну, так это немножко для затравки. Я хотел еще, то есть, с лафрайнингом я никак не связан, но постоянно, то есть, видел и бегунов, и постоянно слышал. И вообще, вот ребята, кто этим занимаются, большие молодцы. Я вот ими сам лично очень восхищен. Это вот не для того, чтобы поставить галочку, для крышки. Это вот искренне души. Вот что может быть лучше, это вовлечение в бег, то есть, какое-то создание такой тусовки, которая связана какими-то такими альтруистическими целями, которые, то есть, здоровые. Я глубоко уверен, что вот если, то есть, создавать какие-то в обществе центры или агентов перемен, ну, вот, то есть, спортивная вот такая тусовка бега, это вот очень мощно, и это, ну, то есть, меняет нас и меняет мир вокруг нас. Это вот я абсолютно уверен. Ну и дальше я хотел, то есть, я на самом деле, то есть, вот, интерес к своей персоне, вот не совсем понимаю, я хотел бы, то есть, перейти в вопросы, ну, то есть, вопросы и ответы, и это построить, я так могу, я тут еще брехобол, то есть, говорить, я могу там долго, но хотелось бы, то есть, это самое, перейти в вопросы и ответы, ну, чтобы это было интересно. Получилась вот такая фотография, и как бы вспомнили всех имена, и день живут. Не, про... Да, нет. День рождения я не помню. День рождения я не помню. Ну, как это, склероз вылечить нельзя, но про него можно забыть. Ну, то есть, как-то у меня это плохо получается. Но здесь, в общем-то, больше это, то есть, не моя заслуга, а заслуга моей жены. Ну, а как это получилось? Я, то есть, как начал зарабатывать деньги, у меня как-то вот я был близок к этой идее помощи детям-сиротам. Ну, по одной простой причине этим детям, кроме нас с вами, некому помочь, ну, по одной, просто, совершенно просто, у них нет родителей. И как-то меня это озабочило, я вот с детскими домами, то есть, были деньги, там, начал в 90-х, и как-то там такая беднота была, и вот, ну, все время можно было прийти, что-то помочь, сделать, эти перемены сразу видны, и я, то есть, опять же, человек, дающий деньги, как-то пользовался какой-то привилегией, я все время пытался, ну, быть агентом каких-то перемен, чтобы действительно что-то менялось. Ну, и вот... Я никогда не называю этого детского дома, но это вполне конкретный детский дом, у меня там свежие воспоминания. В одном северном регионе, там в такой тьму таракань, хороший такой край, там леса, хорошо, но там почему-то сделали детский дом, маленькая деревня, туда детей отправляют. Ну, я говорю, можно, то есть, ну, я там, говорят, надо кухню сделать, чтобы, я говорю, ну, можно там мне вот с воспитанницами, да, они так как-то кривенько. Ну, какой-то мужик говорит, ну, человек дает деньги, неудобно отказать. Я говорю, ну, вот, да. Пришли две девчонки, одной лет 12, другой лет 14. Ну, так вот смотрит какой-то мужик из Москвы, приехал, ну, так испуганный. Как-то, я думаю, как разговор построить? Я говорю, дай девчонки, поем чай попью. Он говорит, да, да, вот у нас там на кухню, ну, пришли. Ну, вот чайник, то есть, наливаю. Я говорю, а сахар? Они спрашивают, а это что?
Ну, первое, мы сволочи в детском доме, вроде кажется, такие люди, фанаты своего дела за небольшую зарплату и сахар стырили. Ну, просто, то есть здесь, чего подобного оказалось? Просто сахар в чайник и мешают, и дают сладкий чай. Ну, и дети не знают, что такое сахар. Вот такой вот, вот вроде простой пример. Ну, как они потом? Ну, и, соответственно, статистика из детских домов не больше 10% как-то может адаптироваться потом. Ну, и я понял, что это какой-то. Ну, и дальше, то есть какой-то вопрос, если ты хочешь чего-то вот, менять. Ну, надо делать, а не галочки ставить. Ну, и, соответственно, вот так я встал на этот путь. Ну, здесь есть, мы двоих детей усыновили с моей супругой, она, к сожалению, умерла. Потом, ну, потом я как-то это уже продолжил. Ну, и вот познакомился, когда у меня уже было 12 усыновленных детей с вот, моей супруга, и, в общем, она то есть, взяла этот груз, вышла там, за меня замуж, я то есть, искренне. Потому что, ну, наверное, девушки меня понимают, что девушкам это сложнее принять. Ну, то есть приемных детей это вот гораздо сложнее, чем мужчинам. И, в общем, она тянет этот груз. Ну, у нас то есть, нормальная семья, мы не кажется, что это. Но эмоциональная вовлеченность, и вот, ну, мама в семье это очень важно, и она, ей действительно это нравится, она действительно испытывает кайф, и это здесь больше ее заслуга. Я, в общем-то, с детьми больше бабой-ягой выступаю, когда нужно кого-то поругать, ну, то есть меня вызывают в школу, ну, то есть нужно как-то провести, я говорю, я то, я сё у тебя там. Ну, вот такая история. Ну, и, соответственно, то есть вопрос, мы сейчас занимаемся с фондом, ну, арифметика добра, помощи детям-сиротам, ну, как-то мы пытаемся, то есть, ну, что-то сделать в этой ситуации, ну, направление очень, то есть основное направление, которым мы работаем, это помочь детям устроиться в семьи и семьям, чтобы не было отказов. Очень часто, ну, то есть, я вот публично, то есть, ну, вот там фотографии я ни от кого не скрываю, что у меня часто разговариваю, я, к сожалению или к счастью, достаточно много людей отговорил усыновлять. Потому что начинается такой разговор, а как бы мне вот взять ребеночка такого уже там подрощенного, чтобы вот, то есть, гены хорошие были там. Я говорю, знаете, вот вам этого не надо делать, ну, потому что нету возможности принять, и это непросто, то очень часто это плохо окончается. Ну, в этом направлении мы пытаемся что-то делать, но это отдельная история. Ну, а вот. На бытовом уровне, ну, просто так, как вы живете все вместе, а не школу? Ну, то есть живем мы все вместе, то есть часто спрашивают, часто мы... Да, да. Ну, то есть спрашивают, то есть мы, то есть не, как сказать, не забабахиваемся по этому вопросу, то есть живем мы все вместе, ну, старшие дети уже живут отдельно, я уже стал дедом, ну, и, соответственно, приходит Марко, который чуть старше моих младших, ну, и там бегает, меня называет дедом, я так думаю, это кого? Ну, как-то я себя, то есть отцом еще не совсем ощущаю, то есть, ну, так вот, а дедом уж совсем не ощущаю. И они уже живут отдельно, остальные живут вместе, и вопрос мы вот такого, что надо собраться вместе, там, вот, мы, вот чтобы все вместе, ну, раз в два в год бывает, ну, потому что иначе это превращается в какую-то... нужно, то есть, устроить регламент. Ну, вот мы живем, как живем, то есть проблемы с этим количеством, то есть детей никак не испытываем. То есть есть много задач, ну, то есть вот живем под Москвой, в Одинцово. Я сам родился в Одинцово, не на Рублевке там, на втором заводе. Ну, так, в общем, то есть там до сих пор и прописан, но живу в коттеджном поселке недалеко. У нас достаточно большой участок, 3 дома. Ну, так это так вот. То есть днем хождения из того, ну, то есть мы, соответственно, сейчас делим по гендерному принципу. Мальчики отдельно, девочки отдельно. То есть, ну, потому что есть разные какие-то активности. И вообще мы считаем это правильно. Ну, а так это на ночь, а днем там это такое полный хаос. А чтобы вот такую еще более полную картину сказать, чем вы сейчас в бизнесе занимаетесь, на какой области интересов? А, ну это завтра меня, то есть на РБК, там, то есть я в конкурсе «Инвестор года», ну, за банковское IPO в этом году, ну, то есть был такой кульбит, то есть мы в Московском разместили Московский кредитный банк на Московской бирже, ну, то есть это так с разными приключениями, ну, все кончилось хорошо, вот даже, ну, то есть, вот, что еще, то есть про себя, ну, основной публичный актив Московский кредитный банк,
То есть есть еще ряд активов. Ну, деньги любят тишину, мы стараемся в них не признаваться. Но не потому, что это какая-то тайна, а просто незачем. А? Не, у меня есть позиция, я, то есть это самое, нет, записано это все на меня, а, то есть детям я наследство оставлять не собираюсь. Вот, это был мой следующий вопрос. Да, ну, я попас, ну, они, то есть все вокруг не так, то есть, ну, у меня простая, что они могут прожить любую жизнь, но свою. Ну, естественно, это, то есть в какой-то момент у них вызывает обиды, ну, я их понимаю. Ну, вокруг все не так, да? Что, ну, что, ну. Расскажите, пожалуйста, историю, как дети попали в вашу семью? Как именно эти дети? Да? Почему? Как вы определили, что вот этот ребенок, а не вот этот? Да я никак не определял. То есть мы когда приняли решение, то есть, ну, то есть там взяли разрешение в Одинцово, ну, и берем либо из Одинцовской больницы, или из Нарофоминской, ну, кто есть. Ну, как-то вопрос там выбирать. Ну, это вот такой непростой вопрос. Ну, то есть люди там часто, я понимаю этих людей, выбирают, чтобы похож был. Ну, то есть многие скрывают. Ну, такой задачи не стояло. Здесь никакого выбора. То есть, ну, то есть вы пришли, да, в больницу, сказали, да, что да, вот эти дети, ребенок, который был, того и взяли. Ну, то есть двоих детей мы взяли из дома малютки. О, спасибо. Из дома малютки, а остальных из больниц. Ну, здесь у меня какая, то есть чем раньше он попадает в семью, тем лучше. И в больнице, к сожалению, государство не оплачивает нянь. И те дети, которые вот, ну, в больнице остаются без мамы, они там просто лежат. Их кормят, сейчас нет. То есть проблем там с лекарствами, с кормежкой, с памперсами уже нет проблем. Есть проблемы просто с заботой. Вот там одну программу, которую мы ведем с детскими домами, добрые руки, просто этим детям оплачиваем. Нянь, ну, которые, ну, просто за ними смотрят, берут на руки. Это для ребенка достаточно важно. И чем быстрее его оттуда заберут, или чем быстрее за ним начнут ухаживать, ну, тем лучше. Вот такая, то есть, ну, там у каждого ребенка есть своя история, но это их не история, я их никогда не рассказываю. То есть это я, безусловно, им расскажу им. Ну, то есть часто еще спрашивают по там, этой теме, как дети. Ну, то есть у нас вопросы, что они усыновленные, это нормальный, есть нормальный путь попадения ребенка в семью. Я, то есть искренне так считаю. Там животик мамы или из больницы, или из детского дома. В общем, мы это не скрываем. И такой вопрос не встает. Они все это знают. Ну, каждый по-разному, там есть какие-то мысли, но проблем с этим нет. Ну, естественно, то есть, когда там какие-то конфликты, то есть, ну, там его заставляешь уроки делать, он там говорит, я уйду из дома. Ну, я тоже, когда родители на меня давили, то же самое говорил, мы это не переносим на то. То есть, ну, я, ну, это, вот, главное не акцентировать на это внимание. Ну, в Нарофоминской опеке, сейчас она там не работает, с главой опеки сложились такие, ну, добрые человеческие какие-то отношения. Ну, я с ней много разговаривал. Говорю, а вот там, то есть биологические родители как. Он говорит, я 25 лет здесь работаю, а Нарофоминск когда-то был самым большим районом, Нарофоминский район, Московской области. Ну, сейчас к Москве присоединили, он там не такой большой. И там, то есть, вот, ну, прям вал этих детей. Говорит, я вот 25 лет здесь работаю. Был один случай. Один случай за 25 лет, когда биологическая мама, ну вот, пришла, и как раз состоялся суд, уже отдали ребенка, и можно было, то есть, еще, то есть, права протестовать там. Она, ну, с ней поговорила, говорит, ты подумай до завтра. Ну, и для нее так вот уже как, ну, она решила, говорит, я ей помогу, ну, то есть, опротестовать ребенка, чтобы ребенок все-таки, то есть, к матери обратно вернулся. Но она пришла не на следующий день, а через день, сказала, что передумала. Ну, вот она... ситуация. А вот у меня был такой случай, ну, то есть не называя, что мы ребенка, то есть хотели взять, то есть все уже там, то есть в суд, документы, и там в роддоме говорят, что вот пришла биологическая мама, хочет забрать. Ну, я подумал, ну, так как хорошая идея, то есть, ну, помочь. Ну, человек, то есть попал в сложную ситуацию, она без российского паспорта, ну, там родила. То есть мужа нет, ну, как-то, то есть хочет взять, ну, помочь всегда. Все равно ребенку лучше у мамы. Думаю, ну, помогу как-то, займусь этим.
Ну, в общем, история то, чтобы там множество разных потом нашли эту женщину. Ну, потом оказалось, что, ну, потом мы там в роддом, я говорю, ну, пойдемте, ну, приходит в роддом, там как раз была бригада, которая принимала роды. Она говорит, а мать-то где? Говорит, ну, я, мать с паспортом. Она говорит, это не вы были. Она развернулась и ушла. Ну, вот так это, так, киднеппинг, как это называют, чуть не поучаствовал. Ну, вот, то есть, вот такая история. Я не знаю, какие были мысли. Ну вот. Ну как, это не ужас, это жизнь. Это жизнь. Давайте, то есть, да. Свои дети ваши тоже есть? Да. Они в самом начале были? В самом начале были, да. То есть, здесь ситуация такая, то есть, приемных 17 человек. Ну, ну, а на двоих с женой. То есть, а как они вот воспринимали это? Нужно обманывать? Да вообще никаких. То есть. Как эгоистично? Знаете, ну мы-то этот вопрос не ставим. То есть не обсуждаем, и они как-то это... Ну вот не сталкивался я с... То есть много есть таких историй, но это в основном истории провоцируют родители в семье. То есть опять же, если из истории ужасов, то есть у меня... Ребенка взяли в семью, и он через из детского дома попытался через 3 месяца родного ребенка в машине ехали сзади выкинуть. Ну, потом сдали обратно в детский дом, ну, вот там гены. Ну, это вот, совершенно точно потом разбор полетов. Ну, то есть это просто люди не готовы. Ну, вот это противопоставление, накручивание, свой, ну, ревность там. Ну, здесь самый главный вопрос принятия. То есть человек готов или не готов, то есть принять. А вы в КБ сколько сотрудников сейчас? Ну, за 5000. Вам легко, наверное, да? Ну да. Максим Анатольевич, на самом деле, дополняет друг друга, вам помогает там бизнес построить вот такую большую семью? Да и, по-моему, это разные вещи. Это разные вещи. У меня много, то есть, знакомых и в бизнесе знакомых, которые, ну, то есть, усыновляют детей, которые большие. Ну, то есть, молодцы. Но это не вопрос, там, я как-то это кого-то убеждаю. Просто, ну, люди... по интересам, как клуб по интересам. Ну, здесь мы все бегуны, и я бегу. Ну, там сидим, как-то разговариваем. Ну, так же и здесь. То есть люди склонны подобно. Я не вижу, что это как-то мешает или помогает бизнесу. То есть я вообще бизнес не считаю делом семейной жизни. Это бизнес. То есть здесь у меня достаточно оппортунистический подход. Но бизнес, он должен приносить прибыль. И, в общем, нету никакого бизнеса, который бы я считал бы, что это что-то больше, чем бизнес. Вот, ну, так вот мы вот с большим количеством, то есть детей ездим на лыжах кататься. Вот сейчас на Новый год поедем в Сочи на лыжах. То есть это самое. А? Нет, нет, на самолете. То есть, слава богу, на самолете. То есть, ну, то есть нет, ну, то есть часть детей, то есть это самое, в школу с некоторыми мы до обеда катаемся, после обеда. Ну, мы вот так вот, что собрались всей семьей и едем. Ну, такого нет, ну. Это вопрос важно каждому ребенку, какое-то персональное внимание, какие-то малые группы, это все. Ну как, тут есть некая логистика, пока все собираем, что будет на Новый год. Ну то есть здесь уже старший сын, он-то вроде там посредине едут, они с женой, с внуком что-то, то есть с друзьями, ну после Нового года, вот которую неделя. Едут куда-то с друзьями, потом приедут. Ну, тут вопрос, у меня 3 детей в Германии учатся. Ну, у них там начинают, то есть вроде надо принять решение, либо им раньше туда лететь, либо все-таки, то есть family unit у них там. Это еще у нас будет Рождество. Ну, то есть останутся. Ну, вот. Ну, все движется. Все движется. Ну, это, то есть к жене ближе. То есть она там занимается этим менеджментом. Ну а как же? Ну, то есть, да, что-то им нужно. То есть, конечно. Там, учебу оплачивает? Ну, конечно. Ну, конечно. Квартиру купили? Да, квартиру, да. То есть. А с банком что будет вот, в плане наследства? Ну, не знаю. Не знаю. То есть, вы знаете, я пока, то есть, меня часто спрашивают, вот там часто, то есть, такой случай,
как-то с фондами обсуждал там эквити в проекты, ну я ничего-то, я говорю, слушайте, вы меня, я простой парень, спросите что-нибудь там по-английски, по-русски, через, я не понимаю, что хотите, он так спрашивает, вы, говорит, через 10 лет будете в гольф играть или бизнесом заниматься? Я вот через 10 лет собираюсь бизнесом заниматься, ну поэтому я об этом не думаю, ну все мы, естественно, под Богом там, ну то есть завтра, ну это такой форс-мажор, да? Со спекуляцией, то есть торговли, это самое, магазины «Пионер», ворованными радиодеталями. Но я тогда не задумывался, что они ворованные, но так, если, то есть это самое. Ну, то есть потом Тушинский радиорынок, потом, то есть открыл производство декодеров. Ну, это такие, знаете, да, то есть это, то есть, ну, то есть это в телевизоры, то есть у нас... Да, ну тут вот кто? Постарше, ну то есть, у нас это самая система Сикама, за рубежом ПАЛ. Ну и сейчас во всех телевизорах он автоматически декодирует и тот, и другой сигнал. Ну в Советском Союзе был. Ну и соответственно они не могли декодировать этот сигнал, ну такие надо там простую штучку впаять в телевизор, ну когда появились видеомагнитофоны, ну и вот мы этим... производили, продавали куда-то там в магазины. Вот. И потом, то есть, с Киевом много работали. Работали с заводом «Электронмаш» киевским. И, соответственно, а там все это уже там. У них купоны, у нас рубли. Мы там покупали. А еще безнал только рубли, ну полный бардак. А наличные уже были разные у них. И потом я в какой-то момент понял, что я больше зарабатываю вот на этой процедуре, что покупаю там компьютеры за рубли, безналичные, сюда привожу, продаю за наличные рубли меняю в безналичные рубли, ну в те рубли, то есть уже какой-то курс, что больше на этих финансовых операциях. И я понял, что как бы, ну, финансовый бизнес, он достаточно имеет право, ну сам классический банкинг имеет право на существование. Ну и дальше, то есть торговля уже начала... То есть, а все эти курсы все больше расходилось. Я, условно, там покупал за 90 украинских рублей, здесь продавал за 70 российских, а уже там прибыль на всем этом путем клиринга, обменов. Ну, потом, соответственно, купил банк по объявлению. Ну, так вот, то есть, ну, просто зарегистрировать было сложно. А, то есть, купить можно было, продавать, ну, по сути дела, банковская лицензия. Тогда, то есть, стоило каких-то, то есть, сумасшедших, по-моему, около миллиона долларов. Это было какие-то космические, то есть, деньги. Ну вот, то есть, это был Московский кредитный банк. То есть, я первое собрание проводил. Было 14 человек в маленькой комнате. Ну, я говорил, что мы там войдем в сотню российских банков. Все на меня посмотрели. Да. Заливает. Ну и потом, в общем-то, то есть, мы как бы клиентоориентированный банк. Ну, то есть, разве... Двое человек, да, то есть работают. Ну, они не с основания, банку 3 года был. С основания, то есть, нету ни одного человека. То есть какое-то время работала глава канцелярии, она потом ушла на пенсию. Вот было 20 лет, мы ее находили, ну, как там-то с ней разговаривали. Нет, с основания никого не работало. Да я же не помню. То есть тогда вопрос, сейчас это все. А? Ну, сейчас сколько у вас? 150, это 15. Ну, то есть. Ну, это как считать, мы уже, то есть, это самое, не гоняемся. Есть рэнкинги по активам, да, то есть мы там в топ-15 входим. Ну, вот это совершенно не важно, я думаю, что для рынка. Там как, то есть здесь же все по подсчеты, то есть у нас есть, то есть, не рейтинг, а рейтинг. Ну, по размеру. Ну, размер он имеет значение, но не основополагающее. На какие банки вы ориентируетесь в развитии? Или у вас собственно? Вы знаете, мы самый большой региональный банк в этой стране, и у нас регион Москва и Московская область. Ну вот, и концепция очень простая, что здесь и ВВП, и население, как в Бельгии. Ну и мы куда-то на сторону не смоем, развиваемся здесь в своем домашнем регионе. И, в общем, таких больше банков нет. Да вы знаете, это вот каждый, то есть раз мы каждый год рассматриваем
концепцию, что вот надо пойти в регионы, что, то есть места не хватит, это перспективно, надо туда. Потом задаем себе вопрос, зачем? Задаем вопрос, можно ли развиваться в Московской области. Ну, в регионы мы, то есть, очень просто всегда успеем. Самая большая конкуренция на банковском рынке – это в Москве и Московской области. Если мы здесь можем конкурировать, ну, сможем и в регионах. Здесь у вас отделение или филиалы? Отделение. Филиалов нет вообще. Ну, домой, офис, да, и отделение. Отделение, да. Знаете, ошибка в российской экономике. Да. Нет. Вопрос, то есть, должны определиться, чего мы хотим от банков. И это вот напечатать, и это должна быть какая-то такая стратегия. И это не потому, что здесь есть массу причин, почему правительство, Центробанк не могут определить эти приоритеты. Вот это основная причина. А там, ну, вот хаять конкурентов, ну, или тех людей, которые не получилось. Очень хорошо, что люди попробовали. Вот, на мой взгляд, то есть основная проблема и вот у общества. Ну, в 90-е годы, там все это, когда валилось, у всех людей была возможность попробовать. Ну, там получилось, не получилось. По статистике попробовали 4%. Если попробовали 60%, жили бы в другой стране. Вот и из этого тоже много. По таймингу, тайм-менеджменту, я не знаю, мне надо было, наверное, то есть я такой курс никогда, то есть это самое. Не я проводил, он говорит, что я приглашал человека. А я думал, понял, то есть. Нет, ну здесь. Нет, здесь самое главное в этом вопросе — это приоритеты. Это приоритеты и держать фокус. Ну, здесь никто, то есть не секрет, это известный закон Парето, что 20% усилий решает 80% проблем. Вот их надо найти, не всегда получается. То есть здесь, если посмотреть назад, то есть много ошибок, и в том числе и в приоритетах. Но здесь важно, чтобы количество правильных решений все время превалировало над неправильной. И когда вот, то есть говорят, у меня такой хороший анекдот есть. Я не знаю, может, знаете, но я все равно расскажу такой из Советского Союза, что, то есть, комсомольское собрание, девочку, она там валютная проститутка, плачет. Они говорят, вот Маша, как же ты вот это самое стала валютной проституткой, плачет. Ну расскажи, вот мы в детский сад, она там ничего сказать не может. Ну вот ты вот, то есть расскажи, ну вот честно, она говорит, честно. Ну говорит, ну честно, да. Говорит, просто повезло. Вот здесь очень важно везение. Знаете, вот как вот проходит ваш, не знаю, там, типичный будний день и типичный выходной? Вот как вот? Типичных выходных не бывает. То есть я могу какой-нибудь рассказать. Они как-то, то есть с выходными там все. А типично, как встаю в 5 утра, сажусь в машину. Еду на работу, то есть занимаюсь спортом, ну, перед этим уже в Москве, либо бегаю, либо йогой занимаюсь, либо фитнесом занимаюсь, моюсь, иду на работу к 8:30. Ну, я сижу на работе. Вот, ну, это же вопрос, здесь же как, то есть, если есть, я бегаю, это некий такой синдром беспокойных ног, или, то есть, как моя бабушка говорила, что, говорит, это, Ромочка, у тебя дурная голова ногам покоя не дает. Ну, то же самое и на работе. Вот, ну, то есть здесь вот никаких там... Встаю рано не потому, что там говорят, что есть это самое, кто рано, не рано. Все фигня это, на мой взгляд. Ну, потому что жалко время в пробках. Ну, живу за городом. Так еду 20 минут утром. Ну, а, соответственно, если еду... там выезжаю, то есть если в 7, это вообще труба, я не знаю, сколько ехать. А если там в 9 уже, когда рассосалось, ну это 2 часа. Ну вот, просто жалко время. А туда хорошо, обратно иногда, то есть бывает тоскливо. Но сейчас как-то лучше, то есть в Одинцово платную дорогу сделали, с Кутузовском платные вот эти. Обратно во сколько? Да вот я в 11, если не сплю, уже чувствую себя хреново. Вот уже так я уже... Ну, то есть в 9 идеально, ну так получается в 10, наверное. То есть. Когда же вы с детьми?
А дети уже, вот с детьми это проблема. Это проблема. То есть это по выходным, это вот я же сказал, это вот жена. Ну, то есть вот в будни совершенно не получается. Ну, я уезжаю, они спят. Приезжаю, они уже спят. Есть сожаление, что на родных. Ну, это вот я говорю, это синдром беспокойных ног. Ну, я по-другому не могу. Ну, я вот по-другому не могу. Это вот моя жизнь. Ну да. Ну, то есть что-то надо, то есть где-то в голове поправить. Ну, я же сказал, что я вот собираюсь. Ну, вот я по-другому своей жизни не вижу. А в выходные, то есть все очень, ну, по-разному. Летом у меня дача в Липецке на Дону. Ну, там такое. То есть деревня Ключи называется. Ну, офигенное место. Мы летом не в Турцию никуда. Мы ездим туда. У меня там корова, собаки. Ну, то есть буквально, в смысле, 6 своих коров, куры. Маловато. Достаточно. Мы молоко не покупаем, молочные продукты не покупаем, на всех хватает. Вообще никакие. Ну так, это баловство, ну то есть если посчитать, ну это вот как-то для мне это нравится. Там деревня такая, куры, собаки, коровы. Ну то есть, ну а зимой, то есть надо как-то, водитель ездит раз в 2 недели, привозит. Вот там на велике ездим. Иногда зимой туда ездим, в поход ходим, там есть такое место, ночуем. Костер жгем, ну, то есть в палатке ночуем, детям всем нравится. Но потом иногда с соплями с такими приезжают по мне, жена, мозги чистят. А вы сам себе тренер, чувствуется, что вам хочется все-таки дольше жить, чем обычный человек? Вы сами себе. Не, вы смотрите, нужна какая-то цель, вот так же, как с марафоном. Цель, я так понимаю, вам пожить по 100 лет. Все-таки очень много обязанностей. Ну, это я согласен, но вопрос... Не знаю, как получится. Я, то есть, вот оптимизм в жизни, я у себя, у меня правило, я каждый вечер, ну, если уже не там, себя неплохо чувствую, то есть, стараюсь думать о своей смерти. И это, на самом деле, очень, ну, то есть, раскрашивает жизнь. Ну вот, как-то представляете, в деталях. В деталях. Важно, то есть, чтобы человек осознавал. И когда умирал, все-таки, то есть, умирал, осознавая, что он умирает. И, то есть, ну, то сделал, это сделал. Мы вот, ну, искренне, если посмотреть, то есть, да ничего мы особенно не успеваем за эту жизнь сделать. Ну, важно, то есть, получить какой-то кайф от жизни, жить, как ты хочешь. И нет, я вопрос, то есть вот пытаюсь думать, ну вот как-то в деталях. Поэтому это достаточно раскрашивает жизнь. И вот всем советую. Это может быть, то есть вот, ну, звучит уже, что там совсем уже свихнулся. Ну, это искренне. Дойдешь. Такой вопрос тогда в тему. Это очень популярный вопрос. Верите ли вы в Бога? Верю. Вы знаете, то есть это самое, это действительно очень популярный вопрос. Я на него не. То есть в Бога я верю. Ну, у меня нету, то есть, ответа на этот вопрос. То есть, и здесь вопрос, вера в Бога, это заключается, то есть у меня, то есть, в каком-то позитивном отношении к миру, к людям, к Богу. У меня нет вопросов. У меня нету никаких сообщений Богу. Вот, ну, нету. То есть это вот я как-то, то есть люди что-то отвечают, иногда, ну, то есть какие-то вещи отвечают, я согласен, не согласен, но вот у меня лично никаких вопросов или там. Может, какие-то там благодарности или еще что-то? Не знаю. Второй популярный вопрос. Как вы относитесь к политике? Я к ней никак не отношусь. Вот, знаете, я вот сейчас постараюсь на него ответить. Здесь вот у нас почему-то, то есть все пытаются раскрасить черным или белым цветом. Вот это неправильно. Вот закон Димы Яковлева, ну, такой людоедский закон, я к нему отношусь крайне негативно. Ну, и то есть всегда это не скрывал.
Но надо признать, что после принятия закона демьяков в обществе, не только в государстве, государство там обратило внимание, стало еще что-то двигать, в обществе начались кардинальные перемены по отношению к этой проблеме. И этого не хватало. Вот, ну вот ситуация, я не знаю, может, мы такие люди, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну вот, то есть... В обществе стали говорить, думать, то есть стали что-то делать, стали больше усыновлять, стали к этому как-то, то есть интерес появился. Здесь же основной вопрос, почему в обществе, то есть нет, недостаточно агентов перемен. И не те, которые берут, усыновляют, просто об этом, если начнут думать и говорить, эта проблема будет решена. Да он уже не отменят, здесь чего? Уже не отменят. Уже он, я думаю, что его не отменят. Ну и он прежде всего неправильно тем, что были дети-инвалиды, которые видели уже своих родителей, у которых был шанс, ну, то есть уехать в Америку и там получить какое-то лечение адекватное, которое они здесь не получили. И ну, на судьбе этих детей поставили крест. Вот, ну, это вот. Здесь что я могу сказать? Ну вот и поэтому то здесь все имеет плюсы. Вы знаете, вот если бы в обществе это вызывало протест, то такие политические решения бы не принимались. Большой очень протест вызывает. Нет, вы заблуждаетесь. Да, да, я согласен, но нас очень мало. Нас очень мало. И я то есть по этому вопросу интересовался с людьми, разговаривал там в том же Липецке, в деревне. Люди это поддерживают. Я бы это не преувеличил, это, знаете, надо... Да? Ну, у меня много знакомых, которые усыновляли. Ну, как? Ну, это же вопрос не потому, что я там, а, ну, это подобных подобно. Ну, бегуны к бегунам, усыновители к усыновителям. Ну, я в этой тусовке, то есть как-то, то есть... Ну, я никого никогда не уговариваю, то есть... И здесь вопрос, вот основной вопрос, что должно быть в обществе перемены. И я думаю, что вот в этом смысле, как агент перемен, там Лайла Франинг выступает как за несколько благотворительных фондов, как агент перемен. Ну вот искренне. Искренне. То есть вопросы здесь не нужно. То есть, ну ответ на этот вопрос, то есть никуда стучаться не надо. Нужно просто то есть, стараться на месте вспахивать свою грядку. Ну потому что это бесполезно. Не так все. Не, не так все. Я вегетарианство 7 лет был вегетарианцем, потом перестал. Ну вот, да, ну не знаю. Знаете, это вот как-то вопрос стало сложно. Ну, я не знаю, может, мотивацию потерял. Вот, вопрос, это вот просто сказать. Знаете, вот дает, какой вы Роман молодец. Не знаю, по-разному. Я надеюсь, что да, понимаете, вот здесь вот надо судить, когда им будет по 30 лет, и надо спрашивать у них, не знаю. Знаете, не так все просто, если ты по утрам бегаешь, там, ну, то есть не куришь, не пьешь, у тебя не значит, что дети не будут. Здесь вот, то есть у меня для детей очень простая, я пытаюсь сформировать одну простую вещь, чтобы они освоили, это, что такое хорошо, что такое плохо. Вот если они это освоят, будет все хорошо. И запустится этот механизм, они об этом будут думать. Получится, не получится, не знаю. Я стараюсь. Да. Знаете, вот я ее просто люблю. Без всяких качеств. Расскажи, как-то ее выбрали, выделили. Не, ну это отдельная история, это отдельный анекдот. То есть, когда там спрашивают, говорят, у ней, а как вы ее познакомились сама? Она говорит, да, по объявлению, прочитала в интернете. И это правда. Ну, я искал преподавателя английского языка. Ну, вот, я не знаю, кто кого выбрал. Не, с этим тяжело. С этим тяжело, то есть с английским тяжело. Я в школе учил немецкий,
Ну, это, то есть, это тоже отдельный анекдот. Ну, я не понимал, зачем мне нужен этот немецкий. У меня с учительницей немецкого языка была такая договоренность. Она меня не спрашивает, а я сижу тихо. Вот так я учил немецкий язык. Фаина Николаевна, хорошая учительница. Ну, просто я не понимал, нафига мне этот немецкий язык. Я не представлял, что я могу поехать вообще за границу. Ну, у меня даже, то есть... Я хорошо помню, да, вот это вот как работает пропаганда, телевизор. У нас, у меня совершенно обыкновенная семья, мы в коммунальной квартире, все детство у меня прошло. И, не, и совершенно никаких политических разговоров, не то, что они там родители коммунисты, поддерживают, не поддерживают. Ну, это вообще, то есть, таких разговоров вообще не было, никого это не интересовало. То есть интересовали какие-то там, что соседи делают. Ну, совершенно такие обыкновенные житейские вопросы, как родственники там, ну, то есть политические. И мне вот, то есть, и в школе так особо, то есть, не оправдывают. Но мне в 7 классе снился такой сон, я его хорошо помню, что я рождаюсь негром в Соединенных Штатах Америки. И вот у меня такой ужас. Ну, соответственно, английский язык я потом, то есть, так наблатыкался. Ну, то есть, это вопрос. Я иногда часами разговариваю с кем-то по-английски, потом смотрю и вижу уже просто вот у них... Надоело. Ну, очень низкие. Вот это показатель. Дети, у них второй язык родной английский. Ну, то есть они на двух языках разговаривают. Они с супругой разговаривают по-английски. Со мной нет. Вот жесткий протест. Я им говорю, давайте вот как-то папу, то есть, ну, научить пару слов и на русский. Роман, а счастливый человек? Да. А что для вас счастье? Быть самим собой. Ну, это так. У вас в жизни кто был агентом перемен, если он был, да, человек или концепция? Знаете, то есть такой большой авторитет у меня, то есть дядя мой, он с нами в коммунальной квартире жил. Как-то он очень внучил, в институте доцентом был. Ну, сейчас он жив, то есть он для меня был большим авторитетом. Он не так много со мной беседовал, нянечился. Там, вот. В горы он меня первый раз взял. Ну, какие-то такие очень значимые вещи, и он... достаточно сильно на меня повлиял, хотя бы опять же, то есть, он там честно говорит, мне дети до там, 16 лет неинтересны. Ну так он со мной, вот мы жили в коммунальной квартире, так примерно и вел, ну как-то, то есть разговаривал, ну то есть не часто, но вот как-то это у меня осталось. А бизнес у вас сейчас такая интернациональная команда, там же есть иностранцы? Да, ну есть, да, ну в основном русские все. Ну то есть у нас есть иностранцы, но это... Да, вопрос, мы всех людей вырастили, то есть у нас есть некая своя культура, это и плюс, и минус. Ну, то есть к нам достаточно сложно нам интегрировать человека со стороны, ну, потому что какая-то такая особая, ну, и, а плюс, что мы выращиваем. Ну, представитель правления банка пришел экономистом после института. До этого был, до него был председатель правления, пришел в охрану. Работать. Ну, в ЧОП, да, то есть, ну, руководителем. Вот, то есть, ну, бывшего. Нет, ну, мы, то есть, формулируем, там что-то написано, ну, то есть, такие хорошие, правильные вещи, наверное, то есть, у всех это написано. Это некий дух. Да, 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 то есть вопрос бегом, никто, бега такого вот нет, это хорошее, вот, то есть, ну, в футбол играют они, я как-то, то есть, это самое, ходил с ними в футбол играть, ну, со мной они как-то очень осторожны, ну, там, ну, ладно, да и ребята, а, ну, так это, я чувствую, что я им больше мешаю. Какие-то корпоративы, то есть, между филиалами? Не, производят соревнования, то есть, футбол, ну, основное, то есть, футболом занимаются, баскетболом, то есть. А вы были инициатором? Нет. Нет, нет, это, то есть, баскетболом, вот сейчас это представитель правления, ну, он такой высокий был, да, то есть, ему баскетбол, он занимался баскетболом, а футболом очень давно, я даже не знаю, кто инициатор, сейчас это все начальники службы безопасности на первом зампреде, но они там, ну, не они были инициаторами. А как спонсируете? Нет, нет, самостоятельно. Ну там как-то, то есть есть, не, за счет банка нет. Ну вот с бегом это вот, то есть хорошее, я постоянно, когда бегаю где-то на соревнованиях, биржа московская, вот они там организованы, то есть это за бег. Вот, а вот,
Ну это какая-то вот цель, надо бегать. Ну сложно почему себе. Почему именно он? Вот понятно, потому что многие там берегут Босфор, да, и вот зайду на гору. Не, вот смотрите, смотрите, гора, да, она гора до этого уже была. И с горами, то есть это самое. Я последний раз в 2000 году так серьезно ходил, мы с Мишей Малаховым ходили в Антарктиде на пик Винсона. Ну, то есть он такой полутуристический, но это далеко, холодно, там пурга была. Ну, то есть так, в общем, потом мы уже как настоящие русские ребята туда-обратно сходили, это получилось 26 часов. Ну, как-то я пришел в палатку и решил, что уже надо как-то, ну, угомониться. Ну, тут вот была история в Сочи, ну, анекдотичная. Ходили на скитуре, заплудили. Ну, это вот, то есть, отдельная история про спасателей, там, про пограничников, про Сочи, про нашу жизнь. Ну, то есть, если интересно, могу рассказать. Ну, на 8 марта поехали с детьми в Сочи. Я, то есть, со мной у меня парень, то есть, который мне помогает, ну, тоже спортсмен. Ну, и так договорились, что мы до обеда дети с тренером. А мы сходим на скитор, то есть потом приедем, после обеда вместе катаемся. Ну, мы, то есть, заехали наверх, спустились, ну, пошли, заблудились. В общем, уже не до обед, вечер, вы вышли там на такую, то есть, стенку. Я уже понял, что, то есть, как-то домой мы не попадаем, назад уже далеко. Вперед, я говорю, слушай, давай позвоним. Звоню, то есть, супруге, говорю, там вот, то есть, подойди к спасателям, скажи, вот, ну, как ты можешь... Что-то то есть, скажут, чего. Ну, от спасателей такой. Вы как туда попали? Так оттуда назад и идите. Ну, нормальная ситуация, я думаю. Ну, здесь вертолеты летают, ё-моё, я богатый человек, сейчас заплачу, муж прилетит вертолет. Звоним там вертолетчикам, он говорит, 60 тысяч рублей. Я говорю, 70 тысяч. И у меня, говорю, деньги в кармане, прилетаем, мы там находимся. Перезвонит через 15 минут, какую-то несет пургу, там где-то у него туман, туда летит. А так уже темнеет. Ну и парень, он, то есть, работал спасателем, звонит какому-то парню в Москву, который тут работал. Рассказывает, где мы находимся, он говорит, да, ребята. То есть, а? С кем вы ходили? Ну, у меня знакомый, то есть, вот, ну, то есть, просто он не, то есть... Москвич? Москвич, нет, москвич не с Поляны. Ну, соответственно, то есть, это самое, потом отошли какого-то парня с Поляны, он говорит, там есть, говорит, такой хребет спуститься, вы как? Я с ним разговариваю, говорю, а точно? А, там газовщики ходят. Я говорю, ну, если газовщики ходят, и мы пройдем. Ну, вот это стрелять, которые, ну, баллоны против лавины. Ну, то есть пришли, уже так темнеет, там такой, ну, если бы веревка, кошки было там, ледоруб, кайло было, ну, может, в скитурных ботинках. Ну, в общем, делать нечего, спустились туда, поднялись, 11 часов вечера, я уже выключаю часы, у меня 4200 тысяч килокалорий. Вся эта прогулка. На скитуре с утра. Ну, хорошо, вечером приезжаю, говорю, жена, ну, так, 8 марта, неудачно получилось. Я говорю, ну, хорошо, что пришел. Я говорю, ну, все, открывай шампанское, пьем шампанское, звонок на телефон. Мы, говорит, по таможне, пограничники, вот вы там вот нам сказали, надо выйти, никаких проблем, вот вы где сейчас находитесь? Ну, в общем, то есть мы выходим, ну, то есть они нас забирают на заставу, нарушили государственную границу. Я говорю, там нигде не написано. В общем, полночи просидели там, оштрафовали по 800 рублей. Ну и там этот начальник заставы говорит, вы что, у меня поставлена задача, вы что, знаете, кто здесь? Чья-то здесь дача? Познаете, чтобы туристов, государство в вас не заинтересовано. Ну вот так, то есть это самое, вот сходили. То есть. А что? А. Очень хорошо, тактично. Не, а здесь, понимаете, вот вопрос красить черно-белым. То есть надо быть либо профессионалом, ну, чтобы в этом... Я когда-то в Фейсбуке, ну, то есть писал, ну, то есть вот как началась эта украинская хрень, ну, то есть и это столько говна началось литься, и столько вот, то есть я перестал что-то высказывать, какие-то мысли, потому что, ну, хочется какой-то позитив, а это все вот на, в каком-то таком... Я извиняюсь за... ну, я по-другому говно, ну, то есть все друг друга там поливают. Ну, это проще всего сказать там. Все-таки должны, то есть... Ну, я никуда уезжать не собираюсь. Вот, то есть, а там верю, не верю. То есть у меня такой вопрос не стоит. Нет, ну, у меня такой вопрос. У вас глинские 6 коров. А? Да. Что будет с курсом?
Че, следите за commodities, за нефтью, за металлами. Здесь это большая игра, и не, то есть на этот вопрос ответа нету. Ну, на этот вопрос ответа нету. Нефть, нефть. Ну, ваш прогноз. Да нет, мы сейчас дойдем до войны в Сирии, не знаю. Не знаю, здесь кто бы что ни сказал, не верьте. То есть вопрос, это эти прогнозы, я там сейчас могу, я в это погружен, там кучу разных деталей рассказать, но это все фигня, по большому счету. Большой закредитованностью населения, а есть ли проблемы там, по возврату денег, будете ли вы... Ну, смотрите, здесь вопрос, мы все время то есть, ставим, я вопрос понял, я извини, я, то есть... Мы все время пытаемся, ну, то есть мы росли как корпоративный банк, и сейчас мы корпоративный банк, мы все время пытались развивать розницу. И мы да, достаточно крупный розничный банк, если посмотреть с другими, но все равно у нас перекос в корпоратив. Но сейчас вот развивать, ну, тем людям, которые по стоимости риска, ну, мы можем, считаем, что можно давать, их явно не хватает, и у нас кредитный портфель на титанические усилия, физик, он падает. Вопрос у нас, то есть такая устоявшаяся клиентская база, у нас то есть, рост стоимости риска, ну как у тех людей, которые на других сегментах работали, он не происходит. Но мы, соответственно, куда-то дальше расти мы не можем. Растем сейчас за счет корпората, ну, достаточно активно. Вот, соответственно, здесь важна активность населения. Вот опять же, здесь все упирается в вопрос, как я сказал, в 90-х годах 4% попробовали, там у кого-то получилось, у кого-то не получилось. Ну и сейчас, то есть пассивность. Ну а вы больше поддерживаете крупный бизнес или средний? Мы никого не поддерживаем, мы то есть по количеству клиентов, конечно, то есть среднего и малого бизнеса у нас больше. Но по количеству кредитного портфеля, конечно, то есть... Ну, в крупном бизнесе. Какие планы в спорте у вас еще в ближайшие? Босфор переплыть в следующем году. Да. Я никогда... Ну, у меня это, да, что супруга, то есть я когда говорю, все, Босфор, ну, она какая-то вся заварушка, говорит, что теперь не плывешь? Я говорю, да нас уже ничего не остановит. Слушайте, у вас есть какие-то семейные традиции? Да. Да. Да, достаточно много. Они, то есть, вот нет каких-то таких вот крупных там. Ну, то есть мы достаточно, то есть день рождения справляем. Ну, есть как-то это. То, вот понимаете, я сейчас вот, то есть, расскажу, то есть, ну, как там, садим за стол, поздравляем, говорим. Ну, то есть это вот будет. Но если это вот посмотреть, как это происходит, это отличается, чем происходит у других. Кто говорит, как мы к этому относимся. Это все на каких-то таких вот мелочах. Какой-то такой вот семейной традиции, что мы там, условно говоря, я не знаю, там, я как-то был у американской семьи, они утром встают и идут поднимать американский флаг. Хорошая, то есть, ну, то есть, в этом что-то есть. Я не видел, что они от этого вот, ну, фанатеют, но вот все равно в этом что-то есть. Ну, вот каких-то таких вот, мне так, из таких традиций, ну, то есть, рассказать нечего, но вот из-за мелочей, их то есть складывается и у нас. У вас и дни рождения часто достаточно. Да, да. Не, они комбинируются. Сейчас вот у нас как раз период дня рождения. Я исхожу из чего, что любая традиция, которая принимается добровольно, есть благо. И любая традиция, которая навязывается, не принимается добровольно, есть зло. Вот мы вот стараемся в этом действовать. И здесь вот какого-то... Я не знаю, может быть, я срочную службу в стройбате служил, там полное такое, да, то есть отсутствие традиции, полный хаос, ну вот может быть. А вы читаете какие-то книги по психологии для воспитания детей, или делаете все просто по наитию? Вы знаете, я вопрос очень часто обращался с психологом, у меня там отдельная история. Я, то есть большой пользы от психологов я не получил. Хотя вот в фонде, то есть психологи работают с семьями, и я вижу то есть, огромную пользу, как они оказывают помощь. Не знаю, у меня почему-то с ними не складываются взаимоотношения.
Ну и вообще, то есть к той психологии, как у нас развивается, очень много поверхностного. То есть начиная от перевода, там, я не знаю, там вот, то есть этого бессознательного, ну, то есть это вот явно неправильный перевод там, фрейдийского термина на русский язык. Ну, вот он, то есть функционирует. Ну и там, кончая этой культурой, что у нас куча психологов там закончил курсы, они там то есть, готовы лечить, в душу лезть, там, еще чего-то. Хотя, опять же, то есть вот в фонде работают психологи, они оказывают огромную. Да. Ну, он должен быть профессионал. Вот, ну, самое главное, то есть он должен быть профессионал. Я, в общем, себя не позиционирую как хорошего или вообще как управленца банка. Банком управляет наемный председатель правления, и это правильно. Он гораздо более квалифицирован, у него правильное образование, он прошел все ступени в банке, он является профессионалом. Это вот очень важно. С точки зрения, вот, то есть я свои компетенции, какие пытаюсь развивать, это переговорную и финансовую. И я вот очень часто говорю, что то есть мы не стараемся то есть, вот, лезть куда-то, то есть мы пытаемся, если возникают какие-то проблемы, скелеты, как-то решить эти проблемы, найти команду управленцев со стороны. Ну, идеальная система, чтобы у людей был бизнес, который они в этом, мы там туда присоединили, ну, то есть свои какие-то проблемы, они это вместе развивали, потому что они профессионалы. Потому что вот я все время говорю, что куда ни касается рука банкира, если это не банк, ну чем-то, то есть поуправлять, все превращается в говно. Это, я извиняюсь за грубость, но это вот так. Ну потому что невозможно быть профессионалом по всему фронту. Но там вот хороший кейс у нас, это вот, то есть в фарме 36,6, ну когда нам это все свалилось, то есть там 36,6 сетка с Верофарма. Ну, Верофарма это производство, там была хорошая команда, мы знали. А с 36,6 мы не знали. Ну, нашлись ребята, у которых был бизнес АВЕ, ну, то есть гораздо меньше сетка. Они взяли риск, ну, взяли управление. Мы там остались кредиторами. Они это тянут, сейчас это самая большая фармацевтическая сетка в стране. И они развивают, они понимают, что делают. Вот мы пытаемся так решать у себя. Ну, когда возникают. Но здесь очень много мифологии, там про скелеты в шкафу. Ну, то есть я вот иногда не понимаю, что имеется в виду, вот искренне. Связано с какой-то социальной активностью, например, медицинские клиники. Ну, смотрите, это тоже должно, я понял, это должно быть, то есть, бизнес. Мы не имеем здесь компетенции. Ну, я уже то есть, сказал, мы то есть, стараемся в этом привлечь какую-то компетенцию со стороны. И здесь вопрос, вот я такой анекдот, что то есть, бизнес всегда должен зарабатывать деньги, и тогда он это здоровый. Для меня это вот уже как это такой толстая женщина к врачу приходит с сумками, говорит, доктор, дайте таблеток от жадности, да побольше, побольше. Ну, вот это в неком смысле такая игра. Ну, то есть, и здесь есть некий такой абсурд. То есть, я это осознаю. Вот, да. Вот смотрите, то здесь такая модная тема, что банков не будет, ну, потому что и люди сами между собой. А? Все технологии финтеха вообще, да? Вы что про них думаете? Да, вот знаете, то есть вот чем занимается банк? Он торгует рисками. Ну, то есть он оценивает риски. И это должны делать профессионалы. Вот такого, что не будет, ну, то есть специального посредника, ну, который называется банк, я не верю. Дальше расчеты вполне могут развиться. Некие технологии расчетов, которые уйдут из банков. Это возможно. Но все-таки то есть основной банк, это вот суть банковского бизнеса, что мы управляем рисками. И здесь это все опирается на то, что ресурсы всегда ограничены. Если снять ограничения на ресурсы, то, конечно, то есть и управленцев не будет. Но банки все будут больше и больше уходить с технологичными, то есть будут все больше уходить в интернет, обслуживание дистанционное. Но опять же, то есть люди вот в той ситуации, которая есть, хотят видеть отделение, ну, чтобы прийти и с кем-то побеседовать. Да, до сих пор, да. И вот из индустрии есть какая-то, которая вот вам интересна, которую вам бы хотелось заниматься, не финансовая? Ну, здесь... Или нет? Знаете, это вот такое, я в детстве хотел быть ученым.
Ну вот что, а вот что получилось? Мало ли чего мне хотелось. Нет, ну уже во взрослом возрасте, богатый человек, можете себе позволить. Ну да, да, да. Ну вот реальность такова, не все мы можем. То есть, да, то есть управлять. Ну вот искренне, ну вот здесь судьба. Ну хочется, хочется. Я еще ралли занимался когда-то, то есть. Ну это вот, что-то, видимо, не хватает. Нет, это вопрос. Спорт для меня в жизни очень важен. То есть я себя не вижу без спорта. Всегда был, да. Я все время ставлю какие-то. Ну, а, соответственно, это же борьба с ленью. Надо ставить какие-то задачи, надо что-то, чего-то делать. То есть, и сейчас вопрос вот. Мне вот так, сейчас очень нравятся трекинги. Или хайкинг это называется, где-то по горам просто походить. Здесь некая есть свобода, есть нагрузка. И есть некое, нет такого, что как в марафоне ты бежишь, бежишь, бежишь. Тут захотел, сел. Захотел, пошел, ну как-то. Да, ну потом сложно побежать, да. Я когда начинал, то есть и с первым парнем, который, то есть спортсмен, который мне давал какие-то, я говорю, слушай, а может надо вот ну, пробежать 20 километров, а там пойти в кафешку кофе попить, потом еще, ну там 7 часов, ну в 7 часов ты уложишься. Он говорит, а я еще в Нью-Йорке. Да, да, он говорит, ну ты попробуй после 20 километров сесть в кафешку, давай мы с тобой пообедаем, а потом еще 20. Вот как-то попробовали, сразу отпало. Не получается там. А из сыновей кто-то с вами занимается вместе спортом? Да, ну в качалку иногда ходим вместе. Ну то есть в горы ходили, ну так вот, вместе. То есть в последний раз ходили на Корсике, ну там жили в кемпинге. И с детьми ходили, вертолетом эвакуировали. Нас от... А нет, 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 там дождь пошел. Пришли в рефьюж, и там хозяйка рефьюджа говорит, о, дети маленькие, позвонила, прилетели спасатели. То есть вы любите, вот, чтобы обязательно... Да. То есть дети сказали, ес! Да, в общем, никакой опасности не было, привезли вниз туда. Я говорю, как, нет, нет, говорит, мы спасатели, то есть мы бесплатно, то есть все за счет... Были в гостях у французского правительства. И причем так очень доброжелательно говорит, не-не-не, это наша работа. Ну, то есть позвонили. Мы, то есть, ну, там мы не упирались, дети сказали, ес-ес на вертолете. Вот, это последний. Такой хороший маршрут, вот этот JR1 на Корсике. А у вас есть какое-то правило там детям уделять какое-то время? Неделю, месяц? Нету, я стараюсь, то есть, вот, ну, это у меня как. Вот я себе правил. Ну, то есть по семье, там уделить тому столько-то. Детям нужно уделять немного времени, а главное с ними поддерживать отношения, уделять время тогда, когда им нужно, когда он нуждается. Я надеюсь, что у меня со всеми детьми такие отношения, что когда нужно, они ко мне подойдут. А так я вот, ну, это вот как-то получается. Выходные я провожу с семьей. Выходные я провожу с детьми. То есть отпуск я стараюсь, ну, то есть проводить. Ну, здесь такого нет, что сегодня я с этим пообщаюсь только. Вот. Это как-то получается натурально. Иду в спортзал. Детей не бужу. И они меня проклянут. А у вас кто-то из детей работает, да? Да, двое, да, работают. А на каких позициях просто? Один начальником отделения, другой советником по первого зама. Знаете, то есть лучше бы, то есть вопрос, все-таки, то есть дети должны работать в другом месте. Ну вот это так получилось, я в этом ничего ни плохого, ни хорошего не вижу. Знаете, это сложный, это очень сложный вопрос. Я стараюсь в жизнь детей вмешиваться, чем меньше, тем лучше. Ну вот когда там, ну условно говоря, если ребенок играет спичками в 7 лет, ну надо их отнять. Ну то есть, да, да, дальше я хораю, и это такой нерешенный вопрос. Я стараюсь, то есть с одной стороны надо с ними разговаривать, и где-то надо даже то есть, поддавливать. А с другой стороны, они должны жить своей жизнью и делать свой выбор. И вот здесь вот иногда я даже себя как-то сдерживаю, ну, чтобы не давить. И вот для меня это нерешенный вопрос. С каждым ребенком это очень индивидуально, очень. И вот такого глобального ответа я не знаю, и вообще я не знаю, правильно ли я. Вот такая общая концепция у меня есть. Но когда начинается это каждый раз, обсуждение, мы обсуждаем. Ну, понятно, в детстве они все хотят быть космонавтами,
по полицмейстерами, там, тренерами по сплаванию, я не знаю, там, как папа, да, как мама, ну, то есть, ну, это, то есть. А потом, когда начинается выбор, я помню себя, ну, такой вот, то есть, ну, вот просто случайно все получилось. Да, давай. А вот мне показалось, вы очень неконфликтный человек, а вот есть какие-то вещи, которые вот вас, я не знаю, выводят из себя, когда вы не можете себя контролировать? Или, то есть, мне кажется, знаете, меня вот из себя может только жена вывести. У ней это может получиться легко, ну, потому что я очень так эмоционально, то есть мы с ней вовлечен, но она, то есть, этим не пользуется. То есть я ей очень благодарен, но вот то есть, жена, мама, ну, то есть так, когда я эмоционально вовлечен, то есть... Это 23 разных подарка или все-таки разные. Есть такие, чтобы не подрались? Нет, нет, разные, разные. И здесь вот я такую историю расскажу. Знаете, мы детей вот, ну, то есть много, то есть воспитывали, что все общее, игрушки у всех общие, вот, ну, но они разные, вот мы дарим, но все должны. Ну, пошли в детский сад и начали игрушки чужие приносить домой. Ну, по сути дела, ну, это называется воровать. Мы тут же поделили все игрушки. И все игрушки стали персональными. Вот такая ошибка. Но она вроде бы так из благих, как хорошо, у нас семья, все общее. Мы все-таки здесь пытаемся персонализировать. И в одежде, и в игрушках, и в подарках. Ну, возникают конфликты, естественно. Как без этого? Да, там чуть-чуть. Вы сказали, что вы многих отговорили от усыновления. Да? Да всем можно. Здесь вопрос. Человек должен решить для себя. Если есть возможность принять, все, больше ничего не нужно. Вы, то есть, как-то удивительно, то есть это совершенно простое. Если у человека нет возможности принять вот душой, да, то есть принять это, то есть. А да. Как вы думаете, когда в России наступит время, что туда у нас не будет детских домов? Знаете, вот я думаю, что детских домов очень скоро, а вот когда не будет сиротства, я не знаю. Вот, к сожалению, то есть я не знаю, то здесь статистика показывает, что количество детей в детских домах уменьшается, а количество отказов и количество сирот, социального сиротства растет. Хороший вопрос, не знаю. Вот не знаю. Думать о смерти. Не знаю. Знаете, я вот хочу, чтобы у моих детей все получилось. Вот искренне. И вот у меня нет искренней уверенности. Это такое непростое. И очень часто говорят, что вот там вот вы какой. Все надо судить по, это самое, там лет через 20. Скажите, а что мотивирует в бизнесе, если вы говорите, что уже... Знаете, вот некий драйв. Я от этого получаю кайф. От бизнеса. Да, Айнгара сейчас. Да, начинала штангой. Ну так сейчас как-то помягче стал. Знаете, ну вот я вот не собираюсь больше марафоны бегать. Вот по то, да. Да, то есть только, может, половинки, потому что это, то есть, легко. С точки зрения. Не знаю. Вот, то есть, я не вижу никакой, вот, то есть, в спорте. Ну, я вот занимаюсь всем по чуть-чуть, и от этого получаю кайф. Вот и вопрос, от какого спорта. С бегом, ну, достаточно сложное отношение. Я до сих пор там бегаю неправильно, у меня болят ноги. Ну, там вот там есть книжку, вот Максим подарил. Как называется? Естественный бег. Да, естественный бег. Ну, я вот сказал, хорошая книжка, ну, такая очевидность. Но я сегодня бегу по парку. Думаю, ну, надо правильно бежать, но вот чувствую я неправильно, что сделать-то надо. Ну, не получается. А? Что, давайте. Знаете, смотрите, то есть у нас есть повар, который не каждый день приходит. И есть помощница, которая помогает со стиркой. А остальные, то есть, ну, по участку, то есть, есть рабочие двое, ну, то есть, помогают чистить. А остальные помогают детям, и их мы
стараемся постоянно уменьшать, но постоянно возникают какие-то задачи, ну, которые, то есть, ну, чем дети больше растут, тем, соответственно, меньше людей. То есть, там, ой, это знаете, это я такую историю расскажу. Еду я домой, 8:30, выезжаю, то есть жена звонит. Ты где? Я говорю, домой выезжаю, сейчас, то есть, кушать будем. Она говорит, забыли ребенка в садик. А очень простой. Утром она не поехала в садик, а поехала в музыкальную школу. А после музыкальной школы ее отвезли туда и забыли сказать. Когда забирали, ну, приезжаю, она там с охранником сидит. А? Там нет, там водителя всего два. Остальное пытаю это самое, в том числе и мой персональный. То есть у нас, то есть я езжу сам за рулем, водителя у нас всего два на всю эту. А жена тоже ездит сама. А остальное, то есть воспитательницы, они ездят, помогают. Ну там такой менеджмент непростой. Я, слава богу, к этому очень, знаете, пунктирно касаюсь. Я иногда кого-то отвожу, забираю, но вот так вот я не сильно вовлечу. Роман, спасибо вам.